Всем привет! Сегодня посмотрим покрасочный пистолет от компании Intertool PT-0133. Это пистолет LVLP. Характеристики его — это потребляемый объем воздуха от 170 до 200 литров в минуту, точная регулировка воздуха, имеет металлический бачок, до 1,5 атмосфер рабочее давление, 600 мл объем бака и дюза 1,4 мм. Давайте посмотрим, что входит в комплект. В комплект входит руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантийный талон. И сам краскопульт. Краскопульт исполнен очень качественно. Имеет металлический бачок. С резиновой крышкой, ну, вернее, даже из мягкого пластика. Также к краскопульту идет стандартный набор инструмента. Это ключ для гаек, фильтр, ёршик. Заказать такой краскопульт можно у нас на сайте. Как всегда, ссылочки будут в описании. Если есть вопросы, пишите, звоните. А лучше делайте заказы у нас на сайте сразу.